дети не могут сейчас долго слушать вас, потому что их скорость огромная, гораздо выше людей, которые родились в предыдущем столетии. Это другая скоростная модель. Знаете, как устаревшая модель. Вот. Поэтому, если мы с вами не способны вот, быть с ними на одной волне, нам нужно научиться с вами говорить какие-то сокровенные вещи, когда в этот момент человек соприкасается с вечностью, и в этот момент не важно время. И в этот момент, каким бы вы голосом ни говорили, медленным, либо, ну, то есть вы в этот момент можете контактировать.